Так что, собственно, происходит в городе? Льется кровь, так что нам надо поторопиться. Успокойся, в стране сказок время течет иначе. Мы можем неделю просидеть, а снаружи пройдет пара минут. Берегись, гномы! Слишком симпатичные эти гномы. Они должны охранять границы страны сказок. Таких, как ты. О, единороги! Поймаем их, и тогда не придется таскаться пешком. Чур мой розовый. Классное чувство, да? Напоминает мне о детстве. А мне кое-чем другом. Можно поподробнее? Не стоит. Все уже кончилось. Вовсе нет. Вон там еще один волк. Сзади. Не волнуйся. Он всегда врет. А, понятно. Так это тот самый мальчик, который кричал «волки», пока люди не перестали ему верить. Да. Слушай, малыш, Джек говорил, будто ты знаешь, что случилось с его тремя бобами. Ничего я не знаю. А вы лучше глядите. Вон там волки. Интересный выйдет разговор. Ну ладно, начнем. Допустим на минуту, что ты все же знаешь, что случилось с красным бобом. Где бы он мог быть? Его наверняка никто не проглатывал. Ха, нет. Разумеется. Но если бы, кто бы это мог быть? Никто, который его не проглотил. Человек. Самый человеческий человек во всей стране сказок. Люди! Волки! Бегите! Ты наверняка не слышал, что случилось с голубым бобом. Не словечко, верно? Я слышал. Кажется, он лежит в открытом поле. Просто так? И никто его не стережет? Никто. Три раза никто. На помощь! Волки! Ты уверен, что ничего не знаешь про желтый боб? Он где-то очень, ну просто очень глубоко. Почти что совсем под землей. И у кого он? А? У лысого батрака, который совсем, ну просто совсем никого не ждет. Вообще. Люди! Волк! Еще одно слово о волках, и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам. Ты понял меня? Ну ладно, нам пора. Берегитесь волков! Трудный собеседник. Разве? Просто помни, что мальчик всегда врет. Точнее, он говорит противоположное правде. Да, так куда мы сейчас? Точно не знаю. Просто навестим остальные сказки, хотя бы самые важные. Может, тогда разберемся в указаниях Оськи. Их не очень-то и много. Значит так, красная шапочка, три поросенка, потом златовласка, три медведя, еще Рапунцель и девочка со спичками. Ну ладно, за дело. Не
Невероятно. Ты, должно быть, обожала это место, да? Поначалу. Но детям быстро все надоедает. Даже чай с принцессами, в конце концов, становится рутиной. И что тогда? Я выдумывала новые забавы. Например, что будет, если я велю золотой рыбке выйти на берег? Ну, шевелись! Ну ты! Кстати, не помешали бы имена? Моего будут звать... Анис. Слышь, Волк, мы можем пога... Тише, ой, моя голова. Даю слово, последний раз я пил с Румцейсом. О, Сианна, сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот не чуточки, злой Волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне еще пить? С дюймовочкой. Одна рюмочка, и девка уже под столом. Ну, чего вы хотите? Мы ищем волшебные бобы, не видел? Ой, дали мне один на сохранение, только... Где он? Говори. Тссс, не так громко. Я могу и громче. А еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Она уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь все сложно. Красная шапочка-то дала дуба. В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо, зашивали в него камни. Топили, что едва нас предоставили самим себе, я отплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником, а значит, мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что еще. Вон отсюда! Так что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Только мне нужна красная шапочка. В смысле, деталь костюма, а не труп девочки. Уж я надеюсь. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и вылови шапочку. Ну, шевелись, шевелись, шевелись.
Ну ладно, пора прыгать в колодец. Не помню. И как улов? Удачно. Смотри, что у меня. Дай сюда. Она тебе явно мала. Мне идет. Да. Вполне. Вернемся к злому волку. Дай угадаю. Ты будешь в роли внучки? Ну еще бы. А ты охотника. Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Ничего страшного, Сиана займет ее место. Что? Ну, запретить я вам не могу, так что... Внучка, подойди ко мне поближе. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы, а? Чтобы скорее тебя съесть, внученька. Ах ты, мразь! Говорил про красный бог. Он у человека, который его наверняка не проглотил. Да, надо вскрыть брюхо. Пробки, вставная челюсть, штопор. А, вот он, красный бог. Ну что, теперь мы на шаг ближе к цели. Ну что? Мне вот интересно, ты исключительно тактичен, или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? У меня бы на твоем месте было множество вопросов. Ты мог бы спросить, что со мной стало после того, как меня выгнали, а ты молчишь. Неужели тебе вообще не интересно? Раз ты сама затронула эту тему, я бы послушал. Благородные кавалеры из Тусента вывезли меня в пущу Кайтху. И там оставили одну без гроша, в рваном кружевном платье. А как раз начинались морозы. Наверное, надеялись, что кто-нибудь меня прикончит. Или я на радость всем сама сдохну с голоду. Но я, как всегда, не оправдала возложенных на меня надежд. Неделю блуждала по лесу, я была синяя от холода, жрала мох и кору с деревьев, и, наконец, увидела вдалеке огонек. Это был лагерь.
Я решила, что спасена. В лагере были бандиты. Бородатые, пьяные, все в крови. Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют. Или то и другое. Но этого не случилось. Нет. И тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах. Они приютили меня, мы поехали в Назаир. И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их. Мне удалось завоевать их уважение, может быть, даже любовь. И в конце концов, я стала их атаманшей. Ты многое испытала. Да. А моя сестра в это время давила виноград и валялась с менестрелями на перинах в свое удовольствие. Это не она тебя изгнала. И не за это я ее виню, а за то, что она забыла. Забыла обо мне. Ладно, хватит болтовни. Пойдем. Любила Анну Генриетту. Ты шутишь? Я ее обожала. Моя младшенькая сестричка. Такая миленькая, такая сладенькая. Но когда меня выгоняли из дворца, она даже не выглянула из окна. Может, она не знала? Может, не могла? Ты не могла дать мне помилование, когда стала княгиней? Я тебя умоляю. О, это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Один бот и жив. Вот подул, что было сил, и, пожалуйста, вот вам Бог. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришел, такой надутый, бормочешь что-то не в попад, вечно недоволен. А тут, надо же, шутка. И вполне удачно. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать дальше. Ну как? Нравится тебе здесь? Нет, я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Берегись! Ты наступил на дюймовочку! Это была моя любимая сказка. Почему? Потому что она была не про принцессу. Сказки про принцесс скучные.